Экскурсию в Центр кинологической службы для школьников организовали полицейские. По запаху обнаружить наркотики и взрывчатые вещества или найти человека. Четвероногие помощники кинологов ежедневно задействованы в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. У североказахстанских полицейских больше 40 служебно-розыскных собак. Особый интерес у ребят вызвали показательные выступления четвероногих питомцев. С начала года они помогли стражам порядка раскрыть более 200 преступлений. Цель данной экскурсии была привить любовь к животным, показать службу. И в дальнейшем надеемся, что данные учащиеся, из них выйдут желающие работать с собаками и будут кинологами.